Заключительный поединок группового этапа Томь проводила против Чертанова. Матч проходил под проливным дождем, что всегда вносит некоторые коррективы в игру. Не совсем типичным является тот факт, что в качестве главного арбитра выступала Вера Алейкина. Из приятных моментов отметим возвращение в строй Олега Шалаева, восстановившегося после операции. Однако, в этот день для Томи хорошие новости закончились. Уже на второй минуте соперник разыгрывает на левом фланге хорошую комбинацию с проникающим пасом в штрафную площадь. Леонид Герчиков, избежав положения вне игры, хладнокровно отправляет мяч в дальний угол. На 13-й минуте игроки Чертанова вновь проникают в нашу штрафную площадь, но в этот раз у нападающего не получился удар, потому что ему помешал Александр Горбатюк. 3 минуты спустя второй гол в матче опять вырос с левого фланга. Сильный прострел вдоль ворот замкнул все тот же Герчиков. Проигрываем 0-2. Атаки Чертанова с пугающей регулярностью строились с левого фланга. Но в этих двух эпизодах Арсен Сиукаев прекрасно сыграл на выходе. А между этими сейвами Томь ответила не очень опасным ударом Данилы Буранова. А на 27-й минуте Егор Кондаков установил итоговый счет первого тайма, замкнув подачу с углового в верхний угол ворот. В перерыве не только составы команд претерпели изменения, но и судейский корпус. На поле вышел резервный арбитр Лаша Верулидзе. Томь пыталась изменить ход неудачно складывающегося матча, но в завершении атак наши игроки действовали неубедительно. Соперник играл по счету, и моментов во втором тайме стало заметно меньше. Команды обменялись идентичными ударами со стандартов, но оба были неточными. Ну а четвертый гол пришел все с того же левого фланга. После хорошей передачи партнера Леонид Герчиков в одиночку убежал к воротам и переиграл Сиукаева, оформив хэт-трик. Томь ответила 2 ударами в исполнении Павла Долгова и Александра Саковича. Матч завершен. Томь, заняв 4-е место, встретится 24 февраля с Саранской Мордовией.